Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы и зрители нашего канала. Мы начинаем новый выпуск новостей из жизни проекта «Двигатели Дуюнова». Виктор Аристов не так давно поделился с участниками проекта новостью о начале сотрудничества АСПП «Вэйхай» с крупным производителем солнечных батарей в Азии. Первым продуктом данного сотрудничества станет гольф-кар с солнечными батареями. А пока Виктор Аристов провел подготовительные тесты на небольшом электрокаре Lijo Apple, куда был установлен мотор DA100SL на славянке с номиналом напряжения 72 вольта. Для будущего использования солнечными панелями была изготовлена и установлена батарея 48 вольт 26 ампер-часов с емкостью 1,2 кВт-часа, что соответствует количеству электроэнергии, получаемой с панели в течение активного солнечного дня. Перед проведением теста было поставлено две задачи. Первая – определить пригодность использования данного мотора при напряжении 48 вольт. И вторая – это определить максимально возможность дальность поездки для будущего солнечного автомобиля без дополнительной подзарядки от сети, то есть используя только солнечную энергию. Обе цели были успешно достигнуты. Используя емкость батареи без дополнительной подзарядки, электрокар смог проехать 31,5 км, при этом удельный расход энергии составил всего 40 Вт-час на километр, а это отличный результат с прицелом на будущий продукт гольф-кар, учитывая тот факт, что его стандартная максимальная скорость 25 км в час. Проезжают за день такие автомобили порядка 30 км, при том, что все время находятся на солнце. А теперь обязательно поставьте лайк, нажмите на колокольчик и подпишитесь на наш канал. И буду вам очень благодарен за репост этого видео. С вами был Александр Сударев. До новых встреч!